Всем привет! У меня уже дата подходит к 1000 подписчиков. Сейчас 999. Хочу рассказать небольшой секрет, кто не знает, кто ждет монетизацию, как это все выглядит. А потому что многие не расскажут и не покажут об этом. У меня раньше был канал на монетизации, когда было от 100 подписчиков. Многие блогеры, мои знакомые, записывают с планшетов, с телефонов, и им не видно общей картины. Ну вот, как бы, в общем, хочу вам показать. А вот здесь нажимаете «Менеджер видео». Панель управления. Здесь можно все увидеть. Сколько вам за месяц прибавилось подписчиков? А какой доход? Так, этот месяц. Подписчики. И вот можно увидеть, сколько прибавилось. Новые подписчики отказались от вашей подписки. И также просмотров часов, минут за последние 365 дней. Так, время просмотра. У меня вообще канал давно. Но я раньше, как сказать, раз в полгода загружала видео, не знала, что можно Ютубом конкретно заниматься, и поэтому как-то не обращала внимания. Но потом стала обращать внимание, когда блогеры видео снимают интересные, там и про заработки разговаривают. Конечно, меня это заинтересовало. Я люблю как бы все такое, тем более свободу. Вот видите, у меня с 10 января 2011 года. Так, и здесь о канале. Канал нажимаем. И здесь смотрим, что нам предлагает YouTube. Загрузка видео, монетизация, прямые трансляции и так далее. И вот монетизация не включена, так как правило сейчас по 1000 подписчиков. И вот смотрите, что у меня было. За 12 месяцев 393 часа. То есть в 4 часа я укладываюсь, и у меня, видите, зеленый одобренный. И когда у меня было 100 подписчиков, мне AdSense одобрил, и даже я монетизировала. Так, и число подписчиков, видите, еще галочки не стоит, так как надо 1000. У меня 999. Так, далее я вам покажу свой AdSense. То есть, когда у меня было 100 подписчиков, я делала запрос, чтобы мне одобрили на монетизацию. Из Великобритании вот такое приходит письмо. Я его ждала, ну, месяца 2 или 3, чтобы пришел с пин-кодом, чтобы активировать. Вот такое, видите, письмо. Так, и сейчас я вам покажу. То есть специальный пин-код. И здесь вот все настройки. Как зайти в аккаунт, активировать свой пин-код и все такое. И вот у меня кабинет, мой AdSense. Видите, у меня даже накопилось $27.94. Это вот месяца, которые не монетизировались. И вот за прошлый год, 2017 год, вот даже можно сначала посмотреть, когда я включила монетизацию. То есть с 1 по 31 июля 2016 года у меня 15 центов. Следующий месяц 70 центов. И вот так вот накапливались, видите?
Вот с 1 по 30 ноября 2017 года даже почти 18 долларов у меня. А в декабре, видите, даже 23 доллара. Вот. И вот такая вот сумма у меня накопилась. 27 долларов 94 цента. Но вывести при их условии можно только, когда вы 100 долларов накопите. Вот главная страница. Вот видите, у меня 27 долларов 94 цента. Так, объявления, платежи, отчеты. То есть все можно увидеть. Добавить способ оплаты, то есть на карту вы хотите или через какой-то еще способ выведения денег. Управление настройками. То есть все как вы хотите. Так что вот так. Если вам это было интересно видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будем дальше дружить, друг другу в гости